Извини, что я раньше с тобой как с мальчишкой. Как увидела в деле, поняла, ну, Хантер не случайно тебя выбрал. Просто он сразу понял, а я не сразу. И из-за меня ты чуть не погиб, понимаешь? Хантер для меня был... Ай, ладно, что я тут? Не знаю. Ты собирайся. Скоро наши прибудут и двинем на Октябрьскую. Хорошо. Сейчас только поздороваюсь со своими друзьями. Так, привет, дорогие друзья, с вами Альберт. Добро пожаловать на наш канал Playtime. Мы продолжаем проходить игру Метро Луч Надежды. Сейчас мы добрались до церкви. Церковь такая уже вся разрушенная, старая. И, кстати, смотрите-ка. Они без маски, без фильтра, то есть без противогаза, грубо говоря. Фу. Кровища. То есть в церкви можно дышать. Ну, это наше любимое занятие — выключать свет. О! Была лайка. Так, здесь закрыто. Здесь больше ничего, здесь больше ничего, ничего, ничего. Так, наша кроватка. Свет включаем. Анька, иди сюда. Стриптиз танцуешь. За 5 патронов. Чего вы все повырубали? Точнее, повырубали. Там ничего нет, да? Ничего. Тут, кстати, торговец оружейник заночевал. Где? О. Большие семьи не щелкают. Прикупите пару стволов. Ну что там? Не, блин. Барыги. Своим же продают. Что нам нужно? Что нам нужно? Да нам ничего так-то не нужно. Если там понятно, а что там в эфире нового? О. Как международная. Обстановка. Здесь поинтереснее. Короче, давайте посмотрим, что у нас здесь. А месяц назад поймал. Тюнинг. Дробовичок. Улучшение. Довоенный лазерный прицел облегчает и ускоряет прицеливание на ближних дистанциях, позволяя с легкостью вести прицельный огонь от бедра. Ну, как сказать точнее. Вроде ненужная вещь, вроде... Давайте не будем брать... В принципе, как-то... Бесполезная, по-моему, вещь для такого... Вот. Гасит пламя и повышает действенность огня дробовика. Фигня это все. Оптика, тем более на это не нужно. Да, ничего интересного. Давайте посмотрим калаш. Калашик. Так, 30 патронов стоит. Чуть дороговато. Лазер вот тут, конечно, хорошая штука. Так, вмещающая. Ну да, конечно. Возьмем. Дополнительный, так скажем, магазинчик. Так, что у нас с прицелом? Вот это да. Вот это надо было брать. К сожалению, патронов не хватает. Ну, это что-то у нас тут разного. Да, у нас ни на что не хватает патронов. Так, это довоенный лазерный прицел. Давайте вот его возьмем. Все, у нас нет денег. Спасибо большое. Пойдемте дальше. Ты в катакомбах бывал? Как там? Да проходили как-то. Древние церковные катакомбы. Даже представить себе не могу, сколько им лет. Вот и войну ядерную пережили. Во время войны в них люди из церкви прятались. Потом куда-то сгинули.
Может, в большое метро перебрались, а может... Ну, всякое болтают. Это ты про большую мамку? Это еще кто? Валим. Анька, защищай. Пароль. Застава. Старый пароль. Голос знакомый, черт, не могу вспомнить. Дайте ствол. Стоп. Ствол дайте. Да это Лесницкий. Твою мать. Прям по макушке. Анька, держись. Эй, не шмаляйте по ней. Ого! Приз-сюрприз. Нет, Анечка, я вас не предавал. Просто вам я никогда не служил. Нет! Эту собой! Все, живо! Уходим! Так. Нас завалило. Нас завалило, и мы остались невидимыми. Так, что у нас есть? У нас есть автоматик, все есть, все ровно. Пойдемте посмотрим. Кстати. Ага. Обломали. Ну ладно. Ни себе, ни людям. Пойдемте Аньку выручать. Как-никак пулеметчица же. Так, что у нас есть? Дробовик. Снайперка, да? Вырубаем. Пошлите. Тишина. Всех перебили. Нашу музыку. Понятно, надо Аню спасти, чего бы нам этого не стало, и точнее не стоило. Чего бы нам этого не стоило, мы это и сделаем. Только вот сейчас вот, так, не туда нажал, включим фонаричек, посмотрим заначки. Без заначек никак. Вдруг нам понадобятся те же самые фильтры. У нас, кстати, на 2-3 минуты есть. Всех уроды завалили. Нет, 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 менять я ничего не хочу. И так все нормально. Все, пошлите дальше. Так, давайте лучше оружие поменяем. Вот это мне уже не нравится. И это тоже не нравится. Что за... Что за крысы бегают? Давайте лучше зажигалочкой. Чувствую, здесь будут сейчас паучки. Тихо. Где наши паучки? Их нету. Это сделал я, ребята. Я поджег факел. Ну вообще классно. Опа, и еще один поджег. Не надо меня пугать. Опа, я все видел. Там кто-то был. Блинский конь, а. Ты же кто-то смотрит на меня, нет? Ты где этот фонарик-то? Фонарик не работает, что за бред? Давайте лучше ближний бой поставим. Ты, блин, это никто не смотрит на меня, это трава просто. Здесь кто-то был. Здесь точно кто-то был. Ладно, все, успокойся, Артём, все нормально.
Не понял. Наши любимые паучки. Кыш отсюда. Так. Кто-то прикалывается надо мной. Вообще никто не заходил. О боже, кто это? Что это? Где это? Что за фигня? Что-то нехорошее нас ожидает внизу. Чувствую я одним местом. Так, 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 так. Ножичек, ножичек нам не нужен. Что-то мне не хочется вот именно вот туда идти. Там что-то такое плохое, вообще совсем плохое. Давай открывай уж. Мы даже полезли туда. Ну, а зачем вниз-то? Ну, давай. Ну все, начинается. Держи, пошел ты, я же сказал тебе. Так, давайте посмотрим, где мы, что мы, кто мы, где что. Идти вниз. Паучки. Кыш. Я передумал. Походу дело будет сейчас весело. Ну и что и следовало доказать. Давайте выключим. Они тут всех пережрали просто. Что здесь? Тихо. Нападение. Это кто? Это где? Это что?
все, я вижу их. Их там целая орава. Давайте лучше не будем лезть. Офигеть их там. И они все выдвинулись туда. Так, а нам куда? Ну вот, началось. Очередной... Тихо. Тихо. Дубль 2. Это не есть гуд. Да ты что? Серьезно? Давайте поставим зажигалки. Какие-то голоса непонятные. Что это за винтовка, интересно? А, ублюдок. Интересно. Аптечка. Естественно. Глупые вопросы. Опа. Вижу одного. Итак. Я думал, он его без палева. Он прям в упор его. Кого он сожрал? Так, так, сзади. Да блин, ты ёкарный бабай. Непонятно, кого ел. Ну, это понятно, что человека ел. Хотел посмотреть, кто конкретно, за кого он. Так, ладно, патроны. Что-то нам одни боеприпасы дают. Чувствую я, что-то будет очень веселое. А вот и веселье. Тихо. Тихо, ребята. Не пишуй. Успокойся. Вот так, танцуй. Да успокойся же, сказала. А теперь валим. Разворачиваемся. Давай, рассказывай, тут я не видел. Да что ты будешь делать? Заряжайся давай. Мы еще колодцы. А как он? Одного успокоил, еще одного успокою. Я готов. Я готов. Ну да. Как всегда, когда готов, никого убить не надо. Так, что у нас здесь все? Лампочку мы выключили. Тихо. Еще что-то. 5 патрончиков. И нет, ублюдок нам не нужен. Что у нас здесь было? Наверное, тоже откажусь. Так. Мы шли сюда. Мы дошли до отсюда. Давай включим свет. А дальше-то куда?
Ага, все, понял. Что это такое вообще летает? Летучие мыши, что ли? Кто-то отстреливается. Ой, я чуть не грохнулся. Давай, залази. Не хочешь лезть? Странно. Обычно ты любишь такие места лазить. Да нет, вроде больше некуда. Давай, Артём, лезь уже. О, не лезет. Почему? Не хочу. Ничего такого нету больше. Странно. Так вот же ручка, точно. Эх ты. Ну, понеслась. Ну да. И все. Давайте включим свет. Так-то я сказал свет. Так, здесь у нас свет работает. Ток-ток-ток. Ток-ток-ток-ток-ток-ток. Ага, нам сюда, да? Давайте возьмем дробовик для ближнего боя. Мы готовы. Попадайте. Да ёшкин ножкин, ну опять мне вниз идти, да? Что ты будешь делать? Тараканы всякие битые. Ой-ой-ой-ой-ой, как страшно. Это еще что за чучело? Давай назад всех! А, это что такое? За хрень? Какая-то хрень летает. Типа летучая мышь, походу, дело. Точно. Сдохни, урод. Ты смотри-ка, а? Им, походу, здесь где-то. На те, блин. Еще. Я хочу еще мышек. Ну да. Я могу это поджечь. Давайте дробовичок зарядим. Ту-ру-рум. 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 Патрончики. И все. Ну все, я уже знаю, как вы выглядите, что вы делаете. Давайте, появляйтесь. Ага. Типа прыгай вниз, да? Мы тебя там сожрем. Здорово, здорово придумано. Так. Ток-ток-ток. Ток-ток-ток. Хе-хе-хе-хе. Ох, ой, 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 ой.
отважимся. И все. Блин, блинские. Еще все. Ну и все, в принципе. В принципе, все, да? В принципе, все, на что вы способны. Ладно. Тоже неплохо. Мясо, мясо, мясо. Блин, может здесь. Ублюдок 206 плюс 30. Ну и ладно, и у нас также. Ух-ху-ху-ху. Ать. Как залезть? Кто подскажет? Вот это вот фигня, короче, нам всю дорогу закрыла. А нет, не всю. Что-то здесь сейчас сделаем. Оч! И чего? Что за хрень, да ты? Давай уже, бесполезно. Это еще не все. Вот он упал. Давай, 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 что ты еще хочешь? Ой, что ты? Вот так вот. Упс. Рукопашка, давайте. Зажали, да, меня, значит? Что это было? Он испугался моего ножа? Нет, здесь походу дело что-то другое будет. Да ну ладно. Главное, испугался и все. Надеюсь, он испугался меня. Ну да. Сейчас, наверное, придет какая-нибудь мамочка и будет меня лупасить. Все, хорош. Стопэ. Дело, ну где-то вообще вот где-то вот в таком плохом месте, где вот сейчас вылезет наш босс или босиха и будет нас
Это кто? По-моему, не похоже. И на папу тоже держи. Ну зачем мы? Ах ты, блин, да он бронированный. Твою собаку. Вот ты какая броня. Бежим отсюда нафиг. И? Блин, блин, блинский, блинский. Да что такое? Опа. Опа. Больно. Да ему пофигу. О-оу. Ага, я теперь понял. С помощью него мы что-то ломаем. Все, что ли? Обиделся? Патрончики. Немножко кислорода. Заначка. Нет, ублюдок я точно не возьму. Пойдемте за мамой или за папой. Это кто там? А, ты еще и не один здесь, да? Ох, твою ты дивизию. Оп. Валим отсюда-ка. Хе-хе, че, не пробил? Это отсюда. Болотное чудо, и то страшнее. Какой-то гибрид. Голову не сломай. Давай, иди сюда. Какой ты страшный. Ку-ку. Опа! Зацепил, гад. Да еще хорошо зацепил. Что-то у меня здесь стены все сломались. Вау! Я застрял! Нечестно! Надо вмазаться немножко. Ой, лучше убежать отсюда. Заметил? Твою мать, ты серьезно? А теперь валим. Ой-ой-ой-ой. Психомантра. Ну и все. Нет, не все.
Смотри-ка, он на один последний столб не хочет сбивать. Категорически против просто. Ах ты, сволочь. Ах, валяй меня. Большая мама, ребята. Это все-таки была мамочка. Ну что, мамочка, все? Упс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, куда я нам? Давайте в Москву денем. Блин. Все дороги ведут на Октябрьскую. Там находится Черный. Теперь там Аня. В руках моих врагов. В руках предателя Лесницкого. Так, дорогие друзья, на этом я заканчиваю. С вами был Альберт. Подписывайтесь на наш канал Playtime. Всем пока-пока.